Здравствуйте! Сегодня я хотела бы вам рассказать об оздоровительной мини-сауне Багуа от компании Чуандзянь. Вот так непосредственно выглядит сам прибор. В нем задействованы специальные технологии. Оздоровительное воздействие достигается за счет физических свойств таких камней, как турмалин, беньши и черный нефрит, использованных в мини-сауне в качестве основных материалов. Сауна с помощью этих лечебных камней и уникальной матерчатой конструкции создает микроклимат, который оказывает терапевтическое воздействие на все тело человека, нормализует баланс инь и ян и циркуляцию жидкости организма. С позиции современной науки мини-сауна, благодаря выделению камнями биоэнергии, микрочастиц и анионов, улучшает общее физическое состояние и укрепляет здоровье. Так что же это за камни? Первый камень – турмалин. Турмалин обладает удивительной способностью при нагревании выпускать электрический заряд. Данное явление называется пироэлектрическим эффектом. Камень примечателен своей биоэнергетикой, порождает анионы, что улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет, способствует также регенерации тканей. Турмалин создает магнитное поле, а испускаемое им инфракрасное излучение благотворно влияет на рост и развитие организма. Анионы устраняют свободные радикалы, тем самым препятствуют процессу старения. Поэтому они говорят как о факторах долголетия. Приведем один интересный факт. Было обнаружено, что медицинское обслуживание шахтеров, добывающих природный турмалин, в год обходится в разы меньше, чем в случае с работниками других приисков. Также трава в тех местах, где имеются залежи турмалина, растет в два раза гуще, чем в других. Второй камень. Беньши. Он содержит 30 видов микро- и редкоземельных элементов, в том числе стронций, титан, хром, марганец и цинк. Беньши используется при массаже, при разогревании. Он улучшает обмен веществ, снимает боль, улучшает моторику желудка и перистальтику кишечника, улучшает работу сердца и почек, нормализует кровообращение. Испускаемые им ультразвуковые волны обладают массажным эффектом, замедляют патологические изменения морфологии клеток и способствуют обмену веществ. Также расслабляют нервную систему. Третий камень – черный нефрит. Черный нефрит выводит токсины из тела, повышает эластичность кровеносных сосудов, улучшает циркуляцию крови и очищает ее. Также он прочищает меридианы, регулирует баланс энергии инь и янь, улучшает зрение и легкие, обладает бактерицидным, противозубным, противовоспалительным и болеутоляющими действиями. Мини-сауна Багуа имеет сборную конструкцию, не занимает много места и удобна для хранения и перемещения. Может использоваться как дома, так и в путешествиях. В функциональном плане она сравнима с крупногабаритными дорогостоящими саунами и при этом проста в использовании. Мини-сауна весит всего 8,5 кг. Она малогабаритна и легко перемещается. На сборку такой мини-сауны уйдет всего лишь одна минута. После процедуры достаточно протереть влажной тряпкой. Итак, как же она работает? Рассмотрим сауну поближе. Здесь располагается молния, выходное отверстие, а также отверстие для рук. То есть вы можете, например, держать книгу, мобильный телефон или пить воду во время процедуры. Сауна с помощью провода присоединяется к источнику питания. Вот он. Провод дан в комплектации, а также входит пульт, на котором можно устанавливать разный временной и температурный режим. Максимальная температура нагревания составляет 65 градусов Цельсия. Регулировка температуры сауны осуществляется с помощью с точностью до 1 градуса. Важными показателями прибора является высокая безопасность, это автоматическое отключение и регулировка времени, и также высокая скорость нагрева. За 5 минут уже достигается температура 65 градусов Цельсия. Сразу скажем, что человек, находящийся в сауне, не ощущает столь высокую температуру, а чувствует лишь заметное потоотделение. Давайте испытаем нашу чудо-сауну в деле. Для этого пригласим модель, которая согласилась пройти процедуру в данном оздоровительном приборе. В оптимальном варианте человек у себя дома должен садиться в сауну в голом виде. Но так как мы находимся в офисе компании, то используем вот такие одноразовые халаты. Вот так человек выглядит во время процедуры. Напоминаю, здесь он уже пробыл 30 минут. С
Скажите, пожалуйста, какие ощущения вы испытываете? Я испытываю очень тепло, комфортно. Со всех сторон идет медленное, постепенное нагревание. Даже прошла голова. До этого она у меня болела. Ну а пока наша модель наслаждается процедурой, расскажем об основных функциях прибора. Во-первых, это глубинный вывод токсинов и похудательный эффект. Через раскрытые поры происходит выделение токсинов вместе с потом. Волна проходит на 3-5 см тела, тем самым сжигая избыточный подкожный жир, который в дальнейшем выводится вместе с потом. Использование прибора Багуа на протяжении 30 минут сжигает порядка 300 килокалорий, что равнозначно бегу на дистанцию 10 километров. Благодаря глубокому проникновению активируются клетки глубинных слоев. От этого улучшается кровообращение лица и всего тела, улучшается обмен веществ, удаляются излишки жира и омертвелые клетки вследствие термального воздействия. В большом количестве выделяются анионы, активируется работа всех клеток организма, а отсюда и повышение общего тонуса, улучшение форм тела, омоложение и подтягивание кожи. Происходит нормализация кислотно-щелочного баланса, активизация кровообращения, снижается давление, тело расслабляется, увеличиваются жизненные силы, улучшается качество сна, регулируется вегетативная нервная система. Инфракрасное излучение и биоэнергетические волны расширяют капилляры. Сопротивление периферических сосудов снижается. Прекращается спазм капилляров, кровь очищается и происходит снижение уровня липидов, а кровяное давление нормализуется. Этот эффект очень важен для тех, у кого гипертония, гиперлипидемия, повышенная вязкость крови, артериосклероз или постинсультное состояние. Благодаря улучшению циркуляции крови проходят боли в мышцах, суставах. Оказывается сильное противовоспалительное, бактерицидное, болеутоляющее воздействие. Заживление ран происходит намного быстрее. Осуществляется борьба с свободными радикалами и раковая профилактика. Время процедуры для нашей модели уже истекло, поэтому мы ее отпустили. Итак, остаются главные вопросы. Кому не следует пользоваться данным изделием? Лицам с заболеванием щитовидной железы, беременным женщинам, младенцам и детям, лицам с онкологическими заболеваниями, людям, имеющим в теле металлические импланты, лицам с коронарным шунтированием, кардиостимуляторами и страдающими тяжелой формой сердечной недостаточности, а также лицам с алкогольной зависимостью и испытывающим аллергию от контакта с биоэнергией. Примечание важное. Пожилым людям со слабым здоровьем рекомендуется использовать данное изделие под надзором своей семьи. После процедуры рекомендуется выпить стакан теплой воды, а в этот день нельзя переохлаждаться и принимать душ. На этом мы заканчиваем свой рассказ об оздоровительной мини-сауне Багуа. А всех заинтересовавшихся мы приглашаем в офис нашей компании, где вы не только сможете увидеть данный прибор, но и совершенно бесплатно пройти оздоровительную процедуру.